В Атрау начался сбор военнообязанных. 10 по 21 октября около 80 военнообязанных проведут полевые учебно-тренировочные сборы. Они были вызваны через объединенные отделы по делам обороны в районах. Сейчас обозначенные подразделения обеспечены всем военным обмундированием и инвентарем. Теперь они поселятся в степном лагере. Первый день сборов для военнообязанных проводится занятие по мерам безопасности. Они получают теоретические и практические знания по военной специальности и общевойсковым дисциплинам. Основная задача воинского сбора является повышение практических навыков военнообязанных. В ходе проведения воинских сборов будут проводиться стрельбы из стрелкового оружия, в том числе это выполнение первого упражнения учебных стрельб ЗК-74, выполнение четвертого УКС ЗК-74, а также ПМ и ручной противотанкового гранатомета. Все участники военных сборов, ранее выполнявшие свой долг перед Родиной, на этом сборе они проходят переподготовку и оттачивают свои способности, тренируются в тактических навыках боевого боя. Сегодня мы полностью обеспечены обмундированием на момент подготовки к отъезду военные сборы. В настоящее время я занимаю гражданскую должность инженера в международном аэропорту Атрау. Я пришел на этот военный сбор по своей воле, по своему согласию и своему долгу. По окончании учений успешно освоившим программу присваивается очередное воинское звание. Во время сборов на военнообязанном сохраняются место работы и занимаемая должность. Также им предусматривается среднемесячная заработная плата из республиканского бюджета. Нурлыбек Бакылжан, Нургель Асылбек, Артур Бутпанов, телеканал Атырау.